Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Dongfeng DFSK AX7 Fengon. На видео автомобиль в комплектации Journey с бензиновым мотором объемом 2 литра турбо, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля черный металлик. Диски литые 20-дюймовые, с шинами размерностью 245 на 50. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Запасное колесо расположено под автомобилем в задней части. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Автомобиль оснащен панорамной крышей. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Интерьер автомобиля выполнен в черных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское кресло оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Водительское кресло оснащено электрической регулировкой поясничного подпора. Сбоку на водительском кресле расположен блок управления памятью настроек водительского кресла. В память можно сохранить три различные настройки. Включим автомобиль с помощью кнопки Start-Stop. Автомобиль оснащен аналоговой панелью приборов с многофункциональным дисплеем посередине. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов — левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами с динамическими указателями поворотов. Передние противотуманные фары светодиодные. В переднем бампере расположен парктроник. Спереди находится камера переднего вида. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 200 мм. Задние фонари светодиодные с контурной линией на багажной двери и с динамическими указателями поворотов. Задние противотуманки расположены по бокам в заднем бампере.
Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Предусмотрено 4 камеры – спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Автомобиль оснащен проекционным дисплеем, который отображает важную информацию непосредственно в поле зрения водителя. Регулировка корректора фар. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера и индикацию системы мониторинга давления в шинах. Управление круиз-контролем осуществляется с помощью дополнительного подрулевого переключателя, расположенного слева от руля. Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем с функцией поддержания заданной дистанции до впереди идущего автомобиля. Автомобиль оснащен системой помощи при движении в пробках. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12,3 дюйма. В составе акустической системы 9 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через разъемы USB и AUX. Мультимедийная система поддерживает функцию Car Auto Global. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Мультимедийная система поддерживает Hands-Free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанции или треков и управление мобильным телефоном.
Автомобиль оснащен встроенным видеорегистратором. Автомобиль оснащен системой автоматического экстренного торможения. Автомобиль оснащен системой распознавания знаков ограничения скорости. Автомобиль оснащен системой предупреждения о превышении скорости. Автомобиль оснащен системой помощи при движении в пробках. Автомобиль оснащен системой удержания в полосе движения. Автомобиль оснащен системой предупреждения о фронтальном столкновении. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Индикация системы находится в боковых зеркалах. Автомобиль оснащен фоновой подсветкой интерьера с несколькими режимами работы и с возможностью выбора цвета и яркости. Климат-контроль двухзонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Иконка Dual синхронизирует передние зоны климат-контроля. Иконка Mode отвечает за выбор направления обдува. Иконка переключения рециркуляции воздуха. Иконка AC отвечает за включение кондиционера. Иконка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Передние кресла оснащены подогревом. Подогрев трехрежимный. Передние кресла оснащены вентиляцией. Вентиляция трехрежимная. Потолок черного цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Шторка панорамной крыши открывается с помощью электропривода. Люк можно открывать в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад.
В потолочной консоли предусмотрен очечник. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе предусмотрена беспроводная зарядка и разъемы USB и AUX. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники и розетка на 12 вольт. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Кнопка отключения системы стабилизации. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами «Эко», «Спорт» или «Нормал». Кнопка включения парктроников. Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Кнопка включения системы контроля за полосой движения. Кнопка включения переднеприводного режима работы трансмиссии. Кнопка включения полноприводного режима работы трансмиссии с имитацией блокировки центрального дифференциала. Ручной тормоз электрический с функцией автохолд. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая. При включении задней передачи активируются парктроники и система кругового обзора. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Во втором ряду предусмотрено три места. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Сиденье второго ряда с центральным подлокотником. В нем предусмотрены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров предусмотрено управление интенсивностью обдува в задней части салона. Снизу предусмотрен USB-разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. Над дверью предусмотрена ручка с крючком, дефлектор вентиляции и освещение. Теперь перейдем к осмотру третьего ряда сидений. Для доступа на третий ряд необходимо отодвинуть кресло второго ряда. В третьем ряду предусмотрено два места.
Над окном предусмотрен дефлектор вентиляции. Сиденье третьего ряда без центрального подлокотника. Карманы для вещей в спинках кресел второго ряда не предусмотрены. Для пассажиров третьего ряда предусмотрены подстаканники. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 450 литров. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол — ворсом. В оснащении багажника предусмотрена розетка на 12 вольт и освещение. Под полом в багажнике расположена шторка. Для сложения сидений третьего ряда необходимо потянуть за петлю. Сиденья третьего ряда складываются в соотношении 60 на 40. Объем багажника при сложенных сиденьях третьего ряда производитель не указывает. Для сложения сидений второго ряда необходимо потянуть за фиксатор. Сидения второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется наклонная поверхность. Объем багажника при всех сложенных сиденьях составляет 1893 литра. Крышка багажника оснащена электроприводом. Лючок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 70 литров. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 2 литра, с отдачей 220 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Dongfeng DFSK iX7 Fangon. В комплектации Journey с бензиновым мотором объемом 2 литра турбо, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге Drom. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Dongfeng Major Новая Рига. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Drom. До скорых встреч!